Hello everyone, my name is Alina Garanjeva and I study at the humanitarian college named after Murunjara Singirpakule. And today I would like to talk to you about the reported speech and show you the way to see the difference between the reported speech and the direct speech. I think it will be easier for us to understand it even better using some clips from TV shows and movies. So let's begin. Меня зовут Алина Гараджева, и я обучаюсь в гуманитарном колледже имени Мурунджерау Сингербакулы. Сегодня я бы хотела рассказать о теме reported speech, косвенной речи, а также показать способы отличить ее от direct speech, прямой речи, и показать это, думаю, будет легче всего, используя материалы с различных сериалов и фильмов. Так что давайте начнем. Reported speech, косвенная речь, это передача чьих-то слов, то есть не прямое их цитирование. Для того, чтобы отличить ее от direct speech, достаточно лишь посмотреть на кавычки в начале текста. Если это диалог, то в данном случае используется прямая речь. А для того, чтобы превратить ее в reported speech, необходимо знать некоторые грамматические правила. То есть present simple в настоящем времени, для того, чтобы преобразовать его в reported speech, нам необходимо поставить его в прошедшее время. Также нам необходимо проделать этот прием со всеми настоящими временами. Именно таким образом мы передадим чьи-то слова без прямого цитирования их слов, без диалога. Первая фраза «You're insane» произнесена в present simple. Для того, чтобы переделать ее в reported speech, нам необходимо поставить ее в past simple. То есть предложение будет звучать вот так. He said... He said that he was insane. То есть мы передали слова, которые были сказаны, без кавычек.